способен. Чё, погнали? Знаю. Как бы там ни было, доведи дело до конца. Поверь. Ребят, я помню, там по баллонам говорили, надо стрелять. Вроде бы. Баллоны. Так, вот баллон там. Нет, это не баллон. Вроде взрываться должны они, нет? Или я что-то путаю? На тебе туда. Я бросил. И чё? Ничего не произошло? Где у него глаза-то эти? На спине там был, да, глаз? Если я правильно помню. На тебе гранату. Держи. Не попадаю, он на спине просто у него. Черт. Это тут все немножко не так, как хотелось бы, с ним происходит битва. Они не взрываются. Попал, да? Отлично. А он загорелся. Вот. Клево. Оп, стоп, стоп, стоп. Я забыл, что надо. Отлично, неплохо. Ну, если это можно так назвать. Он спрятал уже. Черт, сейчас эти пузыри заново полезут. На спине главное убить в первую очередь, мне кажется, да? Это лучше всего. Потом вот вблизи уже по глазам легче попадать по вот этим. У него тут какая-то прям комбо-серия ударов. Я попадаю, нет, по этому глазу? Он какой-то у него самый мощный. Так, что у меня по оружию вообще? О, вот это вот. Не хотелось бы второй удар такой получить. Так, хорошо. А, вот зарядка быстрее. Так она должна была сработать, почему? Он сейчас должен был взорваться. Или что там у него должно было произойти? Опять комбо. Чертов. Блин, Mortal Kombat. А ну-ка, вот тут надо посмотреть, что валяется. Патроны какие-то, да? Может, надо было пулемет-автомат взять? Так будет легче. Еще что-то есть. Это не здесь. А где он? О! Уф! Ты серьезно? Сумасшедший тип. Блин, стреляй уже быстрее. Не дождешься, пока выстрелит. Какая-то долгая. Так. О, нет, я лучше спрячусь куда-нибудь. Он какой-то обозленный. Даже очень. Черт. Псих сумасшедший. Ого. Да, он разозлился, мне кажется. А мне кажется? Очень злой. Очень злой стал. Убери свою башку, мне тут в глаза стрелять надо. Да, возьмем, короче, вот такой ствол. Супер бронебойный. Так, куда пошел? Вернись. О, вообще не могу попасть. Он там просто все закрывается. Кажется, он обозлился. Что-то вообще какой-то агрессор. Все. Хорош. Сань Дробинин, привет, здорово. Походу убил. Да, умер. Слушайте, а... Хорош. Завалили Биркина. Неплохо.